Здравствуйте. Хочу сегодня показать инжектор для удобрений, который мы сделали. Самый дешевый, наверное, что есть. Для этого нам понадобилась 220-литровая бочка и двигатель на 12 вольт с электроопрыскивателя, который качает 3,5 литра в минуту. И 2 метра вот такой трубки нам понадобилось. Вот мы врезались с бочки, удобрения идут по трубе, насос их затягивает, и дальше вот пошло по такой трубочке и врезались в магистраль, где идет обычная вода идет, качает обычным насосом. Насос БЦ стоит, качает 3,5 куба в час. И по 32-й трубе пластиковой идет на огород. Там у нас находится вся малина, ежевика и немножко крыжовника. Вся эта конструкция обошлась нам 600 гривен. То есть инжектор вышел нам вместе с бочкой, с двигателем, с блокпитанием, с трубкой 600 гривен. Это изобретение не наше. Мы его подсмотрели у Олега Вагина. Спасибо им большое. Теперь у нас будет нормально вноситься удобрение. Вот еще раз покажу, какой двигатель. Итак, его можно найти на любом рынке, где продаются запчасти к электроопрыскивателям. Ну, на этом, пожалуй, все. Пойдем работать дальше.